Я уже вытесала несколько скульптур. Все они были неточными. Но вдруг я увижу их. Увы, я их все... Вот и хорошо. У меня много дел. Что в меня? Все не то. Здесь враги! Осторожно. Это точно не последний. Вроде все тихо. Да что со мной не так? Ничего не выйдет. Сдвиг, началось все. Сдвинулось. Да что со мной не так? Теперь все. Ничего не выйдет. Это кто? Я опять переехал. Не зеваем. Мало ли кто здесь. Узнать. Извини, мне некогда все осенить. Именно это я и пытаюсь выяснить. Ты не даешь. Это же элементарная психология. Мы так воздействуем на пациентов. Искусство способно. Хорошо. Это мое? О, да, спасибо тебе.
Я никогда не забуду твою доброту. Бездарные медсестры вырвали ее у меня из рук, когда... Пропал? Я не ожидала, что... Долгая история. Это, конечно, вопиющий неп... После долгих бессонных ночей я... Ее снисходитель. Вскоре медсестры набросили... Я кричала. Да, верно. Мы их защищаем. Наши медсестры не компетентны. По крайней мере, так было. Ладно. Верно. Нет, нет, нет. Внизу шумно. Она проснулась. Сны. Кошмары. Сны. Ты тоже их видишь? Ты ведь поэтому здесь? Мне больно. Я их видел. Чудовища демонов. Пока вроде все тихо. Получилось! Не зеваем, мало ли кто здесь. Да,
все целы? Здравствуй. Береги себя. Ну что, всякое бывает. Короче, не буду разглашать. Меня зовут Мария, и я не люблю, когда меня отвлекают. Я занимаюсь... Ага. Чего тебе надо? Другое дело. Думаешь, управишься? Не вздумай идти по моим стопам, а то я тебя устрою.
Как любопытно. Этот искаженный мир все еще полон сюрпризов. Я приветствую тебя. Добро пожаловать в королевство Сильфов. В то, что от него осталось. Я Немуэ, Созидательница, Провидица, Богиня Сильфов и Советница Истинного Короля. В прошлом. И все же таков мой дар. Видеть невидимое и создавать невозможное. Итак, диковина, что привело тебя ко мне? Похоже, у тебя незнакомый мне вкус, диковина. Но что касается тела... Да, кажется, помню. Увы, я не знаю. Я видела ее в мире великой силы, где много дверей и возможностей. Но я не знаю, где этот мир, и не могу найти дорогу. По крайней мере, здесь и сейчас. Ты не единственная душа, что ищет ответы. Однажды ко мне приходил житель этих сплетенных миров. И я сказала ему то же, что скажу сейчас тебе. На тебе метка добычи. Ты словно зверек под взглядом хищницы, не знающий равных в этих мирах. И тогда будет слишком поздно, если только ты не убьешь ее прежде. Отыщи ее, диковина. Отнеси сердце недавней жертвы ткачихи в ее мир, а потом убей ее, прежде чем она выйдет на охоту. Я направлю тебя в ее охотничьи угодья. Это единственное, чем я могу помочь. Хоть... Да будет так! Прощай, диковина. Сожжу берегись. Тебя пулю. Пока вроде тихо. Ah!
Ничего себе. Пустышность. Все целы. Это точно не последний. Пока вроде все тихо. Получилось.